Всем привет! Вы на канале Кулинарная Семья, и сегодня я мариную капусту со свеклой. Очень вкусно получится, так что скорее же начинаем. Для этого рецепта мне понадобится вот такая белокочанная капуста, свекла, чеснок, 100 грамм сахара, 2 столовые ложки соли, 150 миллилитров уксуса 9% и растительное масло. Для начала я разрезаю капусту напополам. И каждую половинку еще вот на такие части. Перекладываю капусту в пищевой контейнер, который я буду мариновать. Теперь я нарезаю тоненькими такими вот слайсами свеклу и выкладываю вот так поверх капусты. И так повторяю слой. И снова сверху свекла. Теперь очищаю чеснок. Зубчики чеснока я разрезаю напополам и вот так перекладываю к капусте и свекле. Теперь наливаю литр воды, сюда отправляю 100 грамм сахара, 2 столовые ложки соли, 150 миллилитров уксуса, 100 миллилитров растительного масла. И теперь все это ставлю подогревать, чтобы сахар и соль растворились. Подогреваю, но не довожу до кипения. Где-то чуть-чуть горячеватое по температуре. И заливаю. Марина, когда остынет, капустка осядется, и она полностью покроется в маринаде. И убираю в холодильник на 2-2,5 дня. Ну что, прошло 3 дня, капуста готова. Кушать ее можно уже буквально на вторые сутки. Но у нас так получилось, что снимаем на третий. Вот такая вот она красивая, очень ароматная, вкусная. Хранить капусту можно в этом же контейнере, в рассоле, можно приложить в банку. Но главное, чтобы капустка была вся в рассоле. Но она так быстро расходится, что не успевает стоять в холодильнике. Так что советую всем этот рецепт. Приятного аппетита, готовьте вместе с нами. Делитесь своими рецептами, а я прощаюсь. Всем пока!